Добрый день. Сегодня в очередной раз вырвались на стрельбище. И у нас стоит такая задача провести тест дульного тормоза компенсатора ДТК, который изготовлен харьковской, известной харьковской фирмой Military Equipment ME. Вот он стоит на винтовке. Что мы сделаем для того, чтобы понять, как он работает, хорошо, нет? Вот у нас здесь есть две одинаковые винтовки, построенные на платформе AR-15. Это винтовки, которые называются Narinka Sukiyei. Они немножко просто в разном обвесе, да? Вот на одной стоит стандартный пламя-гаситель. И, в принципе, никаких изменений, которые влияют на точность выстрела, ну, я имею в виду в механике, там ни ДТК, ни пружины, ни буфер отдачи не менялся, ни со спуском изменений не делалось. Просто, в принципе, эти вещи тут стоковые, правильно? Вторая винтовка той же модификации. На ней установлен как раз дульный тормоз-компенсатор торнадо, да. Ну и были еще установлены пружинные облегчения спуска. Мы сделаем 5 выстрелов из одной, 5 из другой. Ну, как бы скажем, наши субъективные ощущения. А также попробуем заснять это на видео, чтобы на видео было видно, как осуществляется подброс ствола. И видно отдачу и в одном случае, и в другом. Ну, мы провели отстрел двух винтовок с ДТК и без ДТК. Субъективно, да, ДТК гасит и отдачу, и подброс. И даже чувствуешь, когда рядом стоишь, тот, кто рядом стоит сбоку, чувствует даже в наушниках такую какую-то волну, удар. Да? Ну, по видео, наверное, в замедленной съемке будет это более видно, наглядно.